Я участник проекта «Медаль ЛБСЭ». Совсем недавно у меня был последний контрольный отчет, и где-то в декабре месяце я уже получу бронзовую медаль. Я участвую в проекте «Медаль ЛБСЭ» для того, чтобы совершенствовать себя, свои таланты и свои навыки, раскрывать в себе, возможно, какие-то новые таланты, также развиваться именно в каких-то направлениях. Например, в проекте «Медаль ЛБСЭ» существуют такие направления, как спорт, таланты, навыки. Именно я развивалась в среде программирования. Я являюсь призером Олимпиады Мунбала. Именно это Олимпиада для сельских школьников, которую я выиграла. Цель моего именно участия в этой Олимпиаде было то, что я хотела учиться в лучшей школе области. И вот я поступила в ОЗАТ, это такая специализированная школа именно с направлением на технологии. Вот, там я учусь, занимаюсь углубленно программированием, также изучаю различные языки, HTML, CSS, C++ и Python. Вот, мы занимаемся такой вот деятельностью, и благодаря этому именно проекту я сейчас обучаюсь в лучшей школе области. Я не ожидала, что именно я стану амбассадором, то, что для меня это было очень неожиданно, потому что я даже не знала, честно, что я туда пойду, что я туда попаду. Это произошло именно после моей встречи с Дарьей Назарбаевой, потому что я выступала перед ней в качестве спикера. И недавно, и после этой встречи меня сразу же пригласили стать амбассадором. Также это зависит от того, насколько человек активен, насколько он принимает участие вообще в жизни, смотрели на наши достижения. Я очень рада, что я стала амбассадором, потому что это ценный опыт, именно побывать в таких городах, в которых, возможно, ты никогда не был. Также встретиться с новыми ребятами, которые также талантливы, как и ты, активны, пообщаться с ними, узнать о них больше. Экспедиция на меня произвела очень хорошие эмоциональные, скажем так, впечатления, потому что мы каждый день посещали новые места, которые были полны различными счастливыми моментами, хорошими моментами. Конечно, иногда мы уставали, потому что было множество съемок, но несмотря на это все, мы не сдаемся, до конца снимаемся, продолжаем снимать фильм. И в целом экспедиция мне очень понравилась, потому что это очень круто, и не каждому дается такой шанс побывать в таких городах. Я бы хотела сказать, что именно в проект «Медаль ЛБСЭ» вас направит на нужный путь, кому-то он раскроет глаза, можно сказать, на все происходящее. Он откроет вам множество путей. Во-первых, есть множество преимуществ этого проекта, одно из которых является это «можно найти себя». Второе, можно поступить в очень престижный вуз, университет Казахстана именно. Есть множество таких плюсов, которые именно оправдывают этот проект. А также еще главным является то, что можно также стать амбассадором этого проекта. Нужно быть активным участником, нужно пытаться постоянно показать себя, как-то раскручивать свои соцсети, чтобы вас заметили. Нужно быть максимально активным и максимально трудиться именно над собой и над этим проектом.